В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» Госавтоинспекция Московской области с 12 июня по 2 июля проводит социальный раунд «Некуда спешить». В ходе проекта во всех муниципалитетах Подмосковья будет реализован комплекс информационно-пропагандических и просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня информирования участников дорожного движения, о важности соблюдения правильного выбора скоростного режима, а также привлечения внимания общественности к проблемам дорожно-транспортной аварийности. Сотрудники госавтоинспекции совместно с активистами общественных объединений будут проводить тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные и социальные слои населения. В частности, о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима автоинспектор расскажет курсантам автошкол и работникам автотранспортных предприятий, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, автосалонов и многофункциональных центров, а также клиентам автозаправочных станций. Одними из основных инструментов социального раунда станут тематические аудио- и видеоролики, социальная реклама, полиграфическая продукция. Организаторы проекта убеждены, что именно такой формат целенаправленной и активной пропаганды безопасности дорожного движения на дорогах является наиболее эффективным способом привлечения общественного внимания к основным факторам риска и вносит весомый вклад в долгосрочную перспективу дорожно-транспортного благополучия Подмосковья.